муравей и пшеничное зерно. Оставшееся на поле после жатвы пшеничное зерно с нетерпением ждало дождя, чтобы поглубже зарыться в сырую землю в преддверии наступающих холодов. Пробегавший мимо муравей заметил его. Обрадовавшись находке, он, не раздумывая, взвалил тяжелую добычу на спину и с трудом пополз к муравейнику. Чтобы засветло поспеть к дому, муравей полз без остановки, и поклажа все тяжелее давила его натруженную спину. «Зачем ты надрываешься? Брось меня здесь!» — взмолилось пшеничное зерно. «Если я тебя брошу, — ответил муравей, тяжело дыша, — мы останемся на зиму без пропитания. Нас много, и каждый обязан промышлять, дабы умножать запасы в муравейнике». Тогда зерно подумало и сказало: «Я понимаю твои заботы, честного труженика, но и ты вникни в мое положение. Послушай меня внимательно, умный муравей». Довольный тем, что можно немного перевести дух, муравей сбросил со спины тяжелую ношу и присел отдохнуть. «Так знаешь же, — сказала зерно, — во мне заключена великая животворная сила, и мое назначение — порождать новую жизнь. Давай заключим с тобой полюбовно один договор». «Какой такой договор?» «А вот какой, если ты не потащишь меня в муравейник и оставишь здесь, на родном поле, — пояснило зерно, — то ровно через год я вознагражу тебя». Удивленный муравей недоверчиво покачал головой. «Верь мне, дорогой муравей, я говорю сущую правду. Если ты сейчас откажешься от меня и повременишь, то потом я старицей вознагражу твое терпение, и твой муравейник не будет в накладе. В обмен на одно вы получите 100 таких же зерен». Муравей задумался, почесывая затылок. 100 зерен в обмен на одно. Да такие чудеса только в сказках бывают». «А как ты это сделаешь?» — спросил он, распираемый любопытством, но все еще не веря. «Положись на меня», — ответило зерно, — «это великая тайна жизни. А теперь вырой небольшую ямку, закопай меня, а летом сызнова возвращайся». В условленный срок муравей вернулся на поле и увидел на месте зерна большой колос. Пшеничное зерно сдержало свое обещание.